Та-дам! Путешественники отправляются. 5:35, мы немножечко вышли из тайминга, но я думаю, что мы сейчас наверстаем. Слушай, а почему это еще два чемодана? Ты два пакета. Так, ну что, подъехали на последнюю заправку в России и посмотрим на цены на бензин последний раз за сегодняшний день. Ну что, мы уже подъезжаем к границе за платную дорогу. 300 рубасиков. И мы ворвались в Латвию, едем по офигенной дороге, супер круто просто, вот такой вот. И везу контрабанду колбасу. Идем, подкрепляемся и дальше едем. Слушайте, ну что за Новый год получается, а? Едешь в Европу в надежде увидеть снег, почувствовать прохладу, свежесть. А по факту ты приезжаешь как будто бы на дачу в конце августа, когда идут просто проливные дожди. Машина в полном говне, потому что, если видно, вчера она была вот такая вся. Обязательно делайте себе второй бензобак в машине, чтобы можно было его сразу же заправить где-нибудь в Минске по пути. Пока едем по Польше, нашли такой интересный факт, выявили, что мы, оказывается, очень круто знаем польский язык. Я производщик, а я доставляю наши куртки. Т-60 тоже мой, пожалуйста, везите. В нашем случае в Праге еще не наступил Новый год, пока всех россиян, в Владивостоке уже было совсем давно. Мы всех поздравили, а мы пойдем дальше на площади, встретим его там третий раз. Ура всем причастным к этой херне. Диана мне рассказала о том, что есть голова Кавки, стена Джона Леннона, что еще? Молодец, это шпинг-ходами, желтые пингвины и писающие мужчины. Писающие мужчины, все это мы сегодня увидим и запомним. Мы пойдем смотреть пингвинов. Это моя жена. Это орех. Часопост Карлов. Он назван в честь Карла IV, который правил. Он был очень интересным чуваком. Он любил мистику, алхимию. Мы купили какое-то трудло такое огромное, по ходу дела. Ладно, не буду здесь пошлить. В общем, купили трудло, заплатили за это 5 евро, мне дали сдачу. Вот такую монетку. Она сказала, что это 50 крон.
так, чисто перекусить. Никогда в жизни не меняйте деньги на отдых. Никогда, просто никогда. Под угрозой смерти. Лучше пропейте эти деньги. Tables are waiting up. Yeah, okay, we are going there. Чешский карпаччо. Чешский гуляш. Гуляш номер 2. Номер 3. А мы идем искать музей КГБ. Достаточно интересно должно быть. Елочка с нами, значит, с нами Дед Мороз, значит, с нами Новый год. Не алкоголь и трипер, а Новый год. Как-то телочка снимает видео. Отель, еще один отель. Короче, мы приехали в Хлоровые Вары. Приехали в Карловы Вары, встретили Вары нас дождиком лютым каким-то. Короче, мы в центре Карловых Вар. Пока нифига не понятно, походу дело в Сочи. Сейчас идем искать Илью опять. Блин, вообще от них никуда не деться. Просто мы уехали в товары, а не в Вары. Это же блог, ты забыл. Здорово, ребята. Every season is the same. Fading into outer space. Я не пью. There's far too many yesterdays. Everybody looking for the path. Это вторая главная улица в Карловых Варах. То есть мы идем по широкой улице, на которой находятся магазины, но на той стороне тоже они находятся. Мы пьем сейчас из коллекционной какой-то дудки. Какую непонятную воду, если честно. Но она слегка подогретая, под чуть-чуть солоноватая. Все нормально. Короче, мы в Сочи. Все классно. За один день так... На чистоте, да не в обиде, да? Как обычно. Take my hand and follow me. Мне нравится этот воздух свеженький. Fields of gold is on repeat. Everybody looking for the private Babylon. Everybody blind to shoulder to lean on. We keep holding on to. Вот они все Вары. Пока-пока, Карлуши и Вары.
мы проваливаем отсюда, с этой деревни. Мы выезжаем из Карлово-Пуар, но обратный путь наш пройдет через Дрезден. Поэтому мы сейчас едем в сторону Германии и пересечем Чехию уже, точнее, да, все правильно, уже Чехию, уже с Германией. Немножечко снега в горах между Чехией и Германией. Строю жене торжественный романтический завтрак. Завтрак вот с таким видом. Ва, шикарным. Весь сервис реально не в Европе абсолютно, как и говорили всегда. Сервис в России. Но в Варшаве. Сейчас мы попробуем подняться на площадку, на смотровую. Хоть дело там люди идут. Очередь с улицы, и непонятно, сколько времени потребуется для того, чтобы войти вовнутрь, но очень хочется попробовать. Самовар? Ну? А у мамы с бордовым таким циферблатом, такие часы стоят. Давай посмотрим, сколько стоит. Я всегда скрывала от своего супруга, что у меня есть. Что мы живем в твоей кахоте съемной и платим за нее, а на твоей собственности. Варшава – это собственность моя. Ну что, мы едем с женой в Минск, ждет нас. Пока что проезжаем по маленькому польскому городочку, который вот, так сказать, прибрежный. Мы уже в Минске. Нас встретил наш дорогой друг Паша Камлюк. Смотри, как это ритм такой. Какая красота. Вот перед нами. Это нравится. Привет. Давайте. Ура. Только что у Паши горело пол стола. Закуски, волосы, я и борода. Я покажу последний разочек, какой классный был вид у нас из окна, потому что ночью ни хера не видно. Здесь виднеется весь Минск. Проходим, пожалуйста. Пашин блок видит. Питеру ручкой. Что написано? С Рождеством, здоровья, любви, счастья, благосостояния. С Рождеством и подарочки. Подарочки на нашей елочке. Ну вот, красота.
А мы дома.